Более 230 общественных пространств в этом году благоустроят на Ямале. Во всех муниципалитетах региона уже начались работы, в том числе на площадках будущих объектов, выбранных жителями Ямала на прошлогоднем голосовании в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Ключевым элементом обновления в этом сезоне станут дворовые пространства. Изменения коснутся более чем 190 площадок. 16 крупных дворовых территорий обустроят в рамках комплексной программы «Мой двор», которая стартовала в этом году. За 5 лет она охватит 77 дворов многоквартирных домов. В этом году мы делаем акцент в первую очередь на те объекты, которые ближе всех к человеку, к его дому. У нас порядка 200 дворов будет в активной стадии работы. Отдельно здесь выделяем проект «Мой двор». Это комплексный проект. В пилотном в текущем году у нас будет 16 дворов в нем участвовать. Почти все наши ключевые города. Но вроде цифра 16 не такая впечатляющая. Но это 10 тысяч жителей. Еще один новый проект, запущенный по поручению губернатора – благоустройство больничных городков. До 2028 года планируется поэтапное обновление 24 территорий вблизи объектов здравоохранения. В рамках этой инициативы появятся современные детские площадки, уютные пространства для встреч пациентов с родственниками, а также дополнительные парковочные места.